Приветствуйте на своем канале. Вот такой вот у нас теперь гость появился на моем столе. Фигура волка будет у нас присутствовать в кадре. Так, продолжаем нашу сборку самолета Ил-76МД. Самолет у нас от фирмы «Звезда». Масштаб модели самолета 1 к 144. Мы поработали с двигателем, покрасили его изнутри. И в этой серии мы загрунтуем его и покрасим его снаружи. И также приклеим крыло к фюзеляжу самолета. Так, вступление закончили и приступаем непосредственно к нашей работе. Поехали.
Итак, на этом мы остановимся в этой серии. Закончил я эту серию сборкой шасси. Вот такие вот у нас получились колеса. Их еще не приклеиваю к фюзеляжу. Приклею уже после покраски фюзеляжа. Это вот передняя стойка. Дальше без камеры я собрал и покрасил уже двигатели. Вот такие вот у нас получились двигатели в собранном состоянии. А вот они выглядят внутри. Вот это у нас собранный реверс. Тут вот я выкрасил. Хотел, постарался изобразить цвета горелого металла. Насколько удалось, не знаю. Двигатель уже полностью покрашенный, уже готов. Осталось его только залакировать глянцевым лаком, сделать на него смывку. И потом покрыть его матовым лаком. И когда он уже будет готов, приклеить его на крыло. На крыло будем приклеивать в конце уже, когда уже полностью будет покрашен самолет. Так. Также приклеили ему крыло к фюзеляжу. Самолет теперь уже приобрел свой вид. Похож на самолет, крылатый. При приклейке крыла к фюзеляжу особых проблем не возникло, но небольшой ступенька вот здесь вот была, я ее выбрал, насколько смог. Ну и здесь вот немножко сзади тоже небольшая ступенечка была. Постарался ее срезать. И при приклейке фюзеляжа снизу левый борт стал хорошо, а справа борта у меня образовалась щель. Достаточно большая, которую я потом зашпаклевал жидкой шпаклевкой. Приклеил я аппарель, грузовую аппарель. И теперь еще мне нужно будет приклеить несколько антеннок сверху и по бокам. И модель будет готова к грунтовке. Предстоит еще закрыть маской вот этот грузовой отсек и двери.
и можно будет грунтовать самолет в следующей серии. Ну, а эту серию мы заканчиваем. Всем, кто смотрел, большое спасибо. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Будем заканчивать уже стройку самолета в следующих сериях. Недолго еще осталось, но... Ну а всех своих подписчиков и всех зрителей поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю счастья в Новом году, новых моделей, успешных сборок и всего позитивного. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо. До новых встреч на моем канале.